Итак, всем привет. Давно не было видосов про шоху. Решил снять небольшое видео, короче, про шестерку. Что я прикупил. Небольшие такие ништяки. Как видите, поставил родную решетку. Пластиковую обратно. Номер поставил на стандартное место. Ну, хромовую решетку пока снял, я ее полирую. Пока автомобиль будет в таком вот стоковом состоянии. Ну, как с завода он вышел. Прикупил несколько ништяков. Ну как ништяков? Так уж, барахлишко взял. В принципе, решил обновить немножко передок. Так сказать, сейчас на новой гранте вышел тоже такой обновленный фейс, как там, фейс-лифтинг, что ли называется. Тоже решил обновить передок. Видите, стоит родная решетка пока. Хромированную решетку пока снял. И прикупил вот такие вот очки. Очки в виде хрома. Пластиковые. Вот в таком состоянии. Короче, как-нибудь буду ставить, запишу видос. Не знаю, зачем взял. Чисто так посмотреть, как он будет смотреться. Так, взял заднее тоже. Дополнительный, короче, стоп-сигнал будет. Тоже сзади будет обновление небольшое такое. Решил взять, прикупить. Ну, это у нас карбюратор я буду делать. Сейчас что-то появились провалы. Ну, вот, короче, датчик холостого хода. Всякие там прокладочки. Ну, накладки на тормоза взял. Две штуки новые. Копейки стоят. Также прикупил светодиодные лампочки в габариты. Тоже поставлю их так. Ну, поставлю их тоже на некоторое время, посмотреть, как будет смотреться. Светят они, конечно, поярче, чем стандартные лампочки. Ну и, так сказать, нагрузка на аккумулятор будет меньше. Два взял на передок и два назад взял. Вот такие вот габариты тоже поставим, посмотрим, как они будут смотреться. Также прикупил замки и на стекла, на перед и зад. Родные потемнели. Решил, короче, обновить шоху, восстановить ее. Стоят они копейки, 140 рублей всего. Что перед, что зад. Размер, я так думаю, одинаковый, продавец сказал. Родные. Видите, родные замки как почернели. Так сказать, проржавели. Ну а сзади такое состояние, тоже, видите, черное. Буду менять сегодня, в принципе. Так, и прикупил, в принципе, но это не на Жигули. На Гранту взял, на инжектор. Вот такой вот бортовой компьютер X1. Решил, короче, взять. Хотя 3 года ездил без него. Хоть там и датчика температуры нет. Тут, в принципе, показывают все ошибки. Но я посмотрел там на обзоре на YouTube. Сказали, типа, нужная вещь, короче, можно посмотреть некоторые ошибки, ну и разные там параметры, короче. Сейчас я его установлю. Я заплатил за него 1397 рублей заплатил вот за эту коробочку. Так, что там внутри? Это она сама микросхема компьютера. Ну и колодка с проводами. Вот сама инструкция. Как-нибудь почитаю. В принципе, вот такие покупочки небольшие прикупил, так сказать, чтобы более-менее так обновить шоху. Не знаю, колхоз, не колхоз, но в любом случае можно снять, поменять. Так, ну в принципе получается, вот старую, видите, вытаскиваю потихонечку старую. Этот старый замок, он такой вот жесткий. И постепенно вставляю вот этот замок новый. Снизу начал, вот отсюда.
Ну, смотрится, так сказать, неплохо. Также я обрызгиваю шампунем, чтобы более-менее так лучше скользило, потому что, блин, на сухую она не приподнимается, вот это вот, где шов идет. Вот такие вот получаются дела. Также буду делать и перед. Так, ну вот, в принципе, переднее лобовое стекло готово. Поменял новый замок. Сидит отлично. Вот он, старый замок. Легко снимается. Так сказать, ничего тяжелого. Вот видите, он так снимается. Сейчас до сюда дойду. И будет готово. Так, а заднюю резинку. А, задний замок я уже поменял. Вот он. Готов. Ну вот и готова передняя лобовуха. Все стало идеально. Никаких косяков. Так сказать, получилось вообще классно. Сразу видно новую машину. Да, кстати, надо поставить тоже замок. И будет готово. Да, кстати, решил заодно примерить новые хромовые накладочки на фары. Смотрите, как они смотрятся. Ну, в принципе, нормально. Вторую пока еще не поставил. Я их буду ставить на хромированную решетку. Видите, она сочетается с этой хромированной решеткой. Идеально. Ну еще и прикупил вот такую вот желтую пленку на фары. На дальний свет. Хочу зафигачить их. Посмотрим, как они будут смотреться. Сейчас фары сниму. Нагрею пленку, приклею. Ну и заодно оценим. Сейчас открутим три шурупа. Ну вот и все, фары сняты. Дальние. Можно клеить пленочку. Да, совсем забыл, я же еще прикупил новые повторители. Еще бы найти хромовую накладочку вот эту вот. А то свои уже они, так сказать, выцвели немножко. Хотел немножко обновить. Поставить вот эти оранжевые. Ну, накладку надо найти под хром, потому что это сама резиновая она. 12 вольт, 5 ватт. Да, и купил новую гофру. Скоро зима, чтобы движок быстрее прогревался. Купил новую гофру. Сейчас мы ее сразу поставим. Ну-ка, она подходит.
Что-то она вылетает странно, блин. По-моему, здесь должны быть хомуты. Вот, в принципе, машина к зиме готова. Потихоньку машина обновляется, восстанавливается.